Метростроители увидели свет в конце тоннеля. В Екатеринбург наконец-то доставили детали эскалаторов для станции Чкаловска. Их рабочие ждали с апреля. Вскоре 26-тонные конструкции начнут опускать в шахту. Сейчас строители ожидают еще две посылки с недостающими деталями. Из них соберут так называемую зону Е длиной более полусотни метров. Чтобы установить эскалаторы, тоннель вскроют, своды демонтируют. Для этого на перекрестке улиц 8 Марта и Щерса вновь проведут земляные работы. Чтобы не осложнять жизнь автомобилистам, этот участок перекроют в новогодние каникулы. Напомню, строительство станции Чкаловская затянулось из-за того, что петербургский завод по производству эскалаторов несколько раз срывал сроки поставки деталей. Теперь, говорят специалисты, работа ускорится. 19 декабря прибывает вторая эскалаторная зона, правая. Средние зоны должны прибыть до конца декабря. В этом случае мы на январские праздники закрываем движение по улице 8 марта, опускаем эскалаторные зоны и запускаем в эксплуатацию станцию Чкаловская к 1 марта следующего года.